Ваше вашим, господа товарищи комрады. Мое почтение. Это Георгий, учебный канал Ретро-Ява. Смотрите, еще одна тема по реставрации передней вилки всех старух и 634.1 и 634.8 старого образца, плунжерная вилка. Значит, речь пойдет о ремкомплектах. Вот эти вот ремкомплекты, втулки. Вот эти втулки. Вот эти втулки. Сальники. Проблема в ремкомплектах. Очень некачественные детали. Ну, очень некачественные. Скажем, самая большая болезнь – это вот эта вот втулка. Прежде чем ее установить на плунжер, вот она, прежде чем ее установить, надо убедиться в правильном диаметре, наружном диаметре, правильном. Вот здесь вот диаметр 34,9. Вот он сюда, вот хоть тресните, он не лезет. А вы представляете, вот вы плунжер собрали, собираете вилку, а она не собирается, потому что вот эта втулка не дает собраться вилке. Значит, вот этот размер 34,9, я последних 2 года очень часто сталкиваюсь с этим браком, с реальным браком. Ну, мне как бы проблем нету, чтобы это все разрешить, но я решил видео снять, ну, и дать знать техникам, чтобы прежде чем собрать вилку, надо убедиться вот в этой втулке. Эти две втулки, скажем, вот эти, у меня не было ни одного брака, вообще ни одного. Я этих вилок столько перебрал, вот, которые с масляным каналом, вот ни одного брака, абсолютно ни одного. А вот эти втулки, последнее время, последние 2 года, 50 на 50. Эти втулки уже обточенные. Вот ее правильный размер должен быть 34,77. 3,477. Это почти, скажем, почти полторы десятки больше, чем меньше, чем вот эта вот втулка 3,49. Почти полторы десятки. И вот она сюда. Ну хоть треснил, но вот никак. Поэтому прежде чем собирать плунжер, надо убедиться вот в этой втулке. Обязательно надо убедиться. Вот тут она прямо так, внутренний размер такой, прям, ну прямо так. Так прямо тугонько так идет, так прямо. Ну вот внутренний размер проблем нету. Проблемы только в наружном размере. Так что вот осторожно. Ремкомплекты на старуху и на 34-ки вот эти вот, они, скажем, на все 34-ки, да. Вот они такие подозрительные. Прежде чем собирать, надо убедиться в качестве. Также надо убедиться в качестве сальников. Ну, тут убеждайся, не убеждайся, они все равно, они все бракованные, вот все. Вот надо убедиться, чтобы колечко резиновое было бы. Вот я его вытащил. Вот оно, ну, вот резиновое колечко. Вот, ну, визуально так посмотреть, ну, сальник как сальник, но они текут, они все текут, вот все поголовно, вот хоть тресни, все текут. Ну и пыльник надо дорабатывать. Пыльник надо дорабатывать под конкретный стакан. Вот у меня стакан есть, и вот она не лезет. Видите, да? Это надо дорабатывать под конкретный стакан. Потому что эти стаканы тоже разного размера, вот они по диаметру. Вот, с сальниками проблемы, с этими втулками проблем нету никаких. Пока что я еще не сталкивался. И проблема вот с этими плавающими втулками. Вот это размер здесь показан. Ну, мне токарь обтачивает. Вот сделал такую насадочку. Отметил, в каком месте зуб должен стоять, первый зуб. Чтобы было отцентровано. Вот, называется насадочка. Со второй стороны зажимается. Под центр. Ну, и таким образом вот стачивается, сколько надо. Как бы все это делается при наличии токарного станка и желания. Thank you.
Во! Классно! Втулка готова! Вот проблемы с этими деталями. Ну, тут у меня одна вилка уже собрана. Здесь перехром вилка. Абсолютно перехром все. Внутрянка шлифована. Полная профилактика. Все полностью зашлифовано и полная профилактика. Потому что после хрома внутрянку надо зашлифовывать. Плунжера нужно выпрямлять, шлифовать и полировать трущие места. Вот здесь тоже все выровнено, зашлифовано, отполировано и установлены новые втулки. Вот сейчас я буду собирать эту вилку. Ну, вот тут вот крюк. Крюк — это чтобы сальник затягивать. 10 крючек — это чтобы уже потом затягивать конструкцию. Вот этот держак шатуна. Вот в этом отверстие закручивается. Я вот таким болтом, вот конец подбитый, не конец, а за концом, закручиваю. Он начинает прокручивать этот держак. И надо, чтобы вот этот штифтик попал в отверстие здесь в вилке. Здесь есть отверстие в вилке внутри. Вот этот штифтик должен попасть. Затянул. Ну и потом я уже закручиваю болтом, смазываю герметиком. В оригинале там прокладка стоит. Вот этой прокладки там, ну, так, одноразово все. Я герметиком просто смазываю и насаживаю на герметик. Вот такой расклад по деталям. Так что будьте осторожны, прежде чем монтировать вилку, проверьте вот эту вот плавающую втулку, которая без масляного канала. Там 50 на 50. Может попасться брак. Может попасться брак. Перед тем, как производить монтаж ремкомплекта, обязательно проверить в первую очередь эту втулку. Вот именно эту. Вот такая вот неприятность. 34,77. Прямо в сотку все сделано. Все подходит. Ну, такой вот расклад примерно. Ну и по сальникам. Ну, сальники. Ну, пыльники надо подгонять, это я уже говорил. В общем, детали, скажем так, дерьмо. Но других вариантов нету. Ставим то, что есть. Как бы, наверное, все рассказал, показал. Ну, так, когда вилка уже собирается, она работает красиво. Ну, сама она не опустится под своим весом. Вот. Так она гуляет. Легко гуляет. Все хорошо. Вот такой вот расклад примерно. Ну, как бы все. Очередной СОС. Help, как говорится, показал, рассказал. Берите на вооружение, проверяйте, реставрируйте, собирайте. Вот. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может перенести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Я открыт и доступен абсолютно для всех. Кроме тех, кто попытался мне нахамить, нагадить или не оценил моего доверия. И я от таких людей самоудаляюсь. Это без меня и без моего присутствия. Мне это не надо. Не задавайте вопросы в комментариях. Я на них отвечать не буду. Вопросы задавайте там, где есть голосовые функции. Skype, WhatsApp, Одноклассники, Контакты. Ну, там есть голосовые функции. Задавайте там. Я отвечу на все возможные технические вопросы. Как бы, наверное, и все. Учебный канал Ретро Ява. Пишите, звоните. Во. Хочу весну. Работаем дальше.